Thank you.
Вот теперь меня слышно, друзья. Всем доброе утро, добрый день. Это Лига чемпионов бизнеса, крупнейшее в СНГ корпоративно-спортивное движение, которое успешно развивается с 2010 года. Проект объединил в себе корпоративные чемпионаты по футболу, баскетболу, волейболу, настольному теннису, дартсу, большому теннису. Киберспорту является самым массовым корпоративным турниром в мире. С 2018 года в нашем корпоративном киберспортивном чемпионате ЛЧБ приняло участие свыше 185 уникальных компаний и 6 тысяч участников из более чем 50 субъектов Российской Федерации и 16 стран мира. В этом сезоне, 12-м, нас ждут сражения по 7 дисциплинам для более чем 150 команд и 1500 игроков. В дисциплине CS2 и Dota 2 будут принимать участие 53-53 команды. Соответственно, это рекорд. В танковом симуляторе «Мир танков» 21 команда, в Лиге Легенд 16 команд, в PUBG 12 команд, в новой дисциплине Лига Чемпионов Бизнеса Apex Legends 14 команд. И в индивидуальной дисциплине «Hearthstone» поля сражений 64 игрока. Что касается нашей дисциплины CS2 в весеннем чемпионате ЛЧБ, на групповом этапе команды разделены на 16 групп по 4 и 5 команд, 12 групп по 5 команд и 4 группы по 4 команды. Игры в группах проходят в один круг, каждый с каждым, в формате Best of 3. По итогам группового этапа все команды проходят в плей-офф, где играют в формате Double Elimination. Первые места всех групп выходят в Золотую Лигу, где образуют 1/8 финала в верхней сетке. Вторые и третьи места из групп образуют Серебряную Лигу, 1/16 финала в верхней сетке. А команды из четвертых мест будут играть в бронзовой лиге. Все встречи золотой, серебряной и бронзовой лиги будут проходить в формате Best of 3, только встречи гранд-финала в формате Best of 5. До 3 побед одной из команд. Ну что ж, у нас там уже ножики пошли, ножевой раунд, так что ехало, погнали. Наш генеральный партнер группа IT-компании «Ланит» представляют самый массовый корпоративный чемпионат по киберспорту. Лига чемпионов бизнеса. Сезона весна 2024. 7 дисциплин. Counter-Strike 2. Dota 2. Лига легенд. Мир танков. PUBG. Apex Legends. И Hearthstone Battlegrounds. Именно тут компании со всей России выявляют сильнейших в корпоративном киберспорте. Присоединяйся к нам и играй с лучшими. Так, поехали, друзья. Яндекс против ГПБ. Друзья, Газпромбанк против Яндекса. Ну, вот тут уже интересно будет. Я думаю, перестрелочка. Дивикшн! Ёшкин кот! Минус 4 дает. Вот это красиво было. Нормально. Нормально, действительно нормально. Так еще и с P2000. Довольно-таки редкий пистолет, с которым мало кто играет. Но если играют, то очень хорошо. И как мы видим, эта теория подтверждается. С P2000 дать вот такие вот минусы. Минус 4 в этом раунде, это жестко. Покупает себе MP9, 4 MP9 за сторону защиты. SSG-шка тоже есть на месте. Ну и в принципе будут как-то пытаться разыгрывать ребята из коллектива атаки с диглами. Но тут уже их просматривает Стратера. Бум-бум, мимо, вообще что-то не попадает. Здесь по голове прилетело Рину. Еще одному прилетело. Ого, и еще давай. Ну давай, перестрелочка, ну не хватает, эх. Да. Ну это легкий 2-0, как будто бы даже сначала и не почувствовали парни. Как-то даже грустненько стало. Друзья, обязательно пишите в чате, за кого болеете именно вы, за какую команду, за Яндекс, за Газпромбанк. Все это обязательно напишите. Кстати, по левелам фейси-то я сейчас глянул, это шок-контент. Вообще, команда Яндекс.Вин 2800, 2700, элла 2500, 2500 и 2923. То есть почти что по 3000 элла у каждого. В команде Газпромбанк 2 восьмерки, 1600 элла, 1695 с 2300, 2400, 2500. То есть вот так. Понимаете, да? Разница все-таки присутствует, хоть и небольшая, но она все-таки есть. И здесь придется попотеть, здесь придется постараться. Постараться прям на полную силу, но смогут ли справиться ребята с таким вот напором, даже не знаю. Но я надеюсь, да, хотя бы будет 3 карты, потому что 2 карты это маловато, и скучновато, и не очень круто. А так, тык-тык, и все хорошо. Такие дела. Так, тут уже Рину забрали. Вышли в апленд ребята из команды атаки, но всех перестреливают. Стратера тоже тут с ССГ опять находит противников.
Но Survivor еще одного наказывает. Дабл килл, 2 в 2 ситуация. И как раз тут из мейна выходит игрок атаки. Ай-яй-яй, какой спрей. Какой спрейчик. Не, ну с МПшки очень тяжело стрелять, конечно, против галилов, против калашей. Тяжко, тяжко. 2-1. Хорошо. Постреляли, хороший раунд. Пачку поставили, плюс деньги, плюс мораль. Все нормально. Кстати, давайте сразу сейчас поговорим вообще про команды. То, на что, какие команды. Вот тут-тут-тут-тут-ту. Сейчас понахожу здесь. Должны быть где-то. Тут... А, вот, нашел. Газпромбанк. Это постоянный участник ЛЧБ, бронзовые призеры сезона весна 2022, серебряные призеры сезона весна 2021 Золотой Лиги. В последних сезонах всегда играют в Золотой Лиге. То есть парни апаются, и парни довольно сильные, частенько здесь попадаются в Золотой Лиге, присутствуют. Так что тут они большие молодцы. А вот Яндекс, кстати, четвертое место Золотой Лиги сезона осень 2023 и пятое-шестое место Золотой Лиги своего дебютного сезона весна 2023. Это интересно. То есть они уже один год уже играют на ЛЧБ, на Лиге Чемпионов Бизнеса. И вот первый раз они, конечно, заняли пятое-шестое, в прошлый раз четвертое место, а сейчас могут, я думаю, занять все первые места, по сути. Довольно много шансов и благодаря Элла, и благодаря опыту. Ребята очень сильные, даже если так посмотреть. Ну ничего, сейчас ребята разыграются, все, разыграются. Угу. Газпромбанк, давайте, вы можете все. Вот это хорошо. Так, вижу, за Яндекс болеют, вижу, за Газпромбанк болеют. Значит, за все команды болеют, значит, все в порядке, и мне ни за кого болеть не придется. Это отлично, это здорово. Моликом миссанул, конечно, есть первый хедшотик сразу в голову. Даже не в голову, а в тело. Ну и второго тоже добивают, тут просто тиры, знаешь. На тебя выходят, ты стреляешь. Но проходит один все-таки, винты падает. Третье место, четвертый это другой состав. Все, я понял, третье место, значит, заняли. Но у меня написано именно так. То есть, что вижу, то и читаю. По составу Хидзира, Чак-Чак, Будапешт 6-6... Интересный никнейм. OneSelf, Insam, Cactus и Powery. Это команда Яндекс. Вот. Вот. А вот у команды ГПБ получается Йода, Сувевер, Руна, Кекес, Мажести, Грасхайпер и Грейч. Вот так вот. Интересно. Так, а тут еще интереснее, куда идет вообще Руна. Стыкная нам попробую здесь как-то распикать, что ли. Ну не знаю, это будет тяжело. В любом случае. Так, погоди-ка. Яндекс, кстати, все-таки за защиту. Ёшкин кот. Они сначала были за атаку, теперь за защиту. Надо чуть поменять. Хорошо, Руна. Ого. Все, вот теперь худик правильный. ГПБ. Семь секунд буквально. Ой-ой-ой, Руна. Сколько девайсов выбивает. Берет стыкная нам. Слушай, ну еще и на второго выходит. Но вот после таймера умер или нет, кстати, я не заметил. Вроде как не после таймера. 5400, но денег в любом случае достаточно, чтобы закупиться, даже если после таймера умер. Ничего страшного абсолютно. Болеем за ГПБ, ребята стараются, это видно. Это видно, ГПБ немножко, конечно, сейчас проигрывают, Яндекс впереди, но, опять же, я говорю, в этом Best of 3 фавориты Яндекс.Вин. То есть команда Яндекс.Вин, компания Яндекс, потому что, ну, тут буквально каждый человек имеет более чем 2500 элла. То есть ниже 2500 тут просто, ну, нет людей. А вот у команды ГПБ там 1585 элла, 1695 у Кекиза. Маловато, конечно. Но шансы, конечно, есть, присутствуют. Стратера минус Йода, там и убили его в размен. Ну и ситуация, конечно, неприятная. Но 4 в 4 можно отыгрывать. И вот сейчас Кентуля. Ой, а там убили Рампу. Так, а все, это бэплэнд, это буквально раунд для команды ГПБ, по сути.
Да, они вот правильно сделали, что смоком закрыли полностью снайпера команды защиты. И 4 в 3 они заходят в Б-план, сейчас спокойно поставят бомбу и будут просто ее сидеть дефать, все нормально. Оп, заметил здесь Савевера. Ого, неприятно. Буду пытаться через даблдоры отыгрывать, но вот Кентуля, кстати, играет в синглдоре. Над ним Рина. Руна, точнее. Кегес замечен был только что, руна отлетает от него противник. Ну а далее заметили второго, а у третьего Кентуля патронов не хватило. 4-2, руна, минус 3 в этом раунде. Слушай, ну, камбэк реален, камбэк реален. Руна, жги. Окейушки, окейушки. Пистолеты МП-9 против трех калашей Дигла и МАК-10. Что-то как-то денег вообще ни у кого нет, ни у одной команды, ни у другой. Как-то плоховастенько. Не, конечно. О, радио пушат, ребята. Ну, тут немножко отвлеклись. Конечно. 4 в 2. Как-то зашли вообще спокойно. С пистолетами выбили себе девайсы, калаши, МП-9. Это буквально нормальный там второй условно, либо первый даже бай для команды атаки. И то, не все закупились полностью. Грустно, грустно. От этого и грустно. Так, еще раз. Йода, Сувевер, Руна, Кекес и Грасхайпер, да? У нас в составе команды ГПБ. Так, а у Яндекса сразу тоже прочитаем на всякий случай. Мало ли кого-то я... не так назвал. Хидира, Чак-Чак, Будапешт 6-6, OneSelf, Insam, Кактус и Павери. Вроде как они тут все есть. Вот правда непонятно, кто вот это такой. Этого никнейма здесь нет. В этом-то и проблема, без шуток. То есть у меня есть отдельный документик, где каждый никнейм в команде с транскрипцией написан рядом. А этого никнейма, честно, нет. Вот RL-EEE. Напишите в чате, как это читать, чтобы я не ошибся. Руна молодец, пока разогревается. Так оно и есть. Так, Грасхайпер. Все контролят. Слушай, вот видишь, заметил, да, то, что команда атаки перестали играть какие-то быстрые раунды. Но тут интересная позиция у Кентули. Возвращается, Грасхайпера забирает, руна. Открывает, кстати, счет. Даблкил от Кентули. Воу! Хорошо. Ну и последний игрок атаки остается, это Йода. Йода здесь должен кого-то хотя бы снять, но смог мешает в мейне. Если только выйдет из него, но там два человека смотрят сразу эту позицию. 100% его увидит. Оп, смоук развеялся, а тут и Девикшн накрывает патронами. В итоге 5-3. 5-3. Пока что в пользу команды защиты, в пользу команды Яндекс. 7-6 идет Рли, 9-3 идет Девикшн. Кстати, Division, наверное, да? Division. 9-3, 6-5, 6-4, 7-4. Парни нормально так играют. 9-7 от Руна, Грасхайпер 5-7, Савевер 3-7. Вот 1-6 Кекес меня немножко напрягает. Немножечко. Подожди, а это та команда, которая мне нужна вообще, которая... А, это Яндекс Тим, а есть Яндекс Вин. Точно, 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 точно. Стратера, Кентуля, Search Myself... Search of Myself, да. Рле, Девикшн, да-да-да, Максимус. И цифры. 8, 9, 2, 3, 1, 4, 1, 2. Вот. Это же две команды разные. Яндекс Тим и Яндекс Вин. Немножко созвучные, немножко похожие. Все, теперь разобрались. А то я думаю, как так? У меня одна команда, но никнеймы вообще другие, таких нет. Так, опа, Девикшн, Рели тоже там помогает, 6-3 в итоге. Быстренько забрали радио, перестреляли, нафармили себе денежек. Ну а дальше вот теперь придется команде атаки, я думаю, вновь все-таки экономить, сделать 2К уже нормальный, но это форс. Это вновь форс, это 3 Галила, 1 Тек-9 и 2 Тек-9. То есть 2 человека сделали, нет, все-таки не сделали.
Все-таки закупаются, докупают уже себе оружие какое-то. 4 Галила, 1 Калашников, и выход, скорее всего, фаст там будет куда-нибудь из лобби. Но там уже КТшники поджимают улицу. То есть, следовательно, Йоде нужно как-то здесь открываться, убивать, но не получилось. Анлак, и их запирают. То есть, обходят сзади, обходят спереди, зажимают в тиски, и как будто бы будет тяжело здесь перестреливаться. Кстати, Стратера отлетает куда-то. Стратера почему-то вылетел, что-то произошло, что-то случилось. Я думаю, ничего серьезного, к следующему раунду подключится. Да даже сейчас уже зашел. 4 в 4. Ситуация равная. Он, наверное, просто перезашел, чтобы, видимо, какие-то лаги пофиксить, либо еще что-то. Так, Девикшн. Руна потихоньку пикает, 50 секунд времени. Рле заметил, 17 хп, мгновенно, понимаешь? Только что пикнул, сразу в голову через стенку. Бам, даже, по-моему, не через стенку, а просто в голову прилетела одна пулька. Ну и М4-1С в голову с первой не убивает, если у тебя есть шлем. Так, ну, анлак, не повезло. Смоки пытаются раскидывать, но Девикшн тут уже находит Кекиза. В это же время Кентуля, попытка выйти через красный, за красный посмотреть вообще, что происходит. Понял, что это фейки, это будет апленд. Есть минус по Грэсхайперу, далее на лобби сидит уже один КТшник. Ну и Кентуля подходит, здесь пикает, бам, в голову. Орли вообще так в прыжке убивает. 7-3, первая половина, просто разгромная пока что получается для команды Яндекс.Вин. ГПБ чего-то не хватает, чего-то явно не хватает. Кстати, по пикам... Давай-ка я сейчас посмотрю вообще, кто какую карту пикнул. Мне скидывали пики. Так что это будет мгновение ока. Яндекс.Вин забанили Инферно. Нюк выбрали ГПБ. Анубис забрали себе Яндекс.Вин. И третья карта будет Эншен. То есть первая карта от ГПБ. То есть вот эта карта Денюк. Анубис выбрали себе Яндекс.Вин. И Эншен на Десайдере. Вот такие вот пики интересные, довольно неплохие. О, это радио, это врыв в радио. Девикшн будет это все делать. Контри с первого забирает, второго на развороте. Ну и третьего туда же наказывает. Трипл килл в его исполнении. Руна, конечно, его остановил, но ценой трех своих потерянных друзей. Тиммейтов. Йода с П-250, хотя бы просто бомбу поставить. Ставится пачка, окей, но мне кажется, что там недолго эта песенка будет играть. Руна накрывает реле, а вот это уже интересно. 2 в 3 как будто бы можно и взять, если сейчас руна активизируется. Есть еще один хедшотик через сингл. Замечательно. Играют через даблдоры, откинули там вроде как гранаты. О, молик неприятный. А зачем же сюда смог нужно было бросать? Ай-яй-яй-яй-яй. Зачем? Ну, в принципе, да, то есть кто-то дефьюзит, ты просто берешь и простреливаешь смоки, да? Я так понимаю, это так работает, но, к сожалению, это так не работает. НТ, НТ. В любом случае, они все девайсы повыбивали. Почти что! Ай-яй-яй-яй-яй, 8-3. Ну и это последний раунд первой половины, друзья, на этой карте. Далее будет смена сторон. И там уже посмотрим, на что способна команда Team GPB. 12 на 10 руна идет. Довольно сильный игрок. Кейкза очень сильно не хватает. 1-11, 4-10. Савевер, Йода, 5-9, 6-10, Грасхайпер. Они стараются, они летят, но вот Девикшн 16 на 4, это буквально 4 кд. Человек не умирает, постоянно делает какие-то фраги, и вот только я сказал про Кеги за что-то, так сразу он выдал свою базу. Стратера, кстати, очень интересная позиция, Грасхайпер наказывает Стратеру, еще и сожгли его в молике, бедняга, но Кентуля, Кентуля! Ой-ой-ой-ой-ой, какая грязь! Первого, второго, третьего не успел Савевер на развороте. Среагировал вовремя, ну а далее минута времени. 3 в 2, максимально патовая ситуация, когда вот вроде бы все было хорошо, но тут же обнаружился какой-то игрок со спины вообще и убил половину вашей команды. Это печально, единственное, что интересно, Савевер идет на ноже, а Руна пропустил КТшника, то есть буквально сейчас Рле бам убивает здесь и возвращается обратно к своему тиммейту. Ну а Савевер, наверное, пойдет все-таки через лобби вместе с Йодой, Девикшену нужно перетягиваться, Рле уже здесь. А это смешно сейчас будет. Это будет очень смешно. Ладно, на самом деле грустно. Флешка полетела под пик. Рли, нужно пикать. Есть флешка, можно как-то поиграть. Но зачем вдвоем смотреть девятку? Флешка прилетела, окей.
Йода закрывает Дивикшена, и тут второго не успел. 8-4, довольно неплохая такая вот первая половина. Да, немножко победили, конечно, Яндекс.Вин на ней, но, по крайней мере, они смогли вытянуть на такую более классическую, с которой можно вот камбэкнуть первую половину. Так что все хорошо. Кто болеет за команду КББ, не расстраивайтесь, все еще может быть. Абсолютно все. Так, худик я поменял вроде как, да, все верно. Яндекс играет за атаку, и теперь посмотрим, как 2500-3000 элла игроки будут открывать, допустим, А или Б плент на карте Денюк. Это будет тяжело, я думаю, но, по крайней мере, они должны справиться. Грейсхайпер играет с Юспом, чекает здесь улицу, но единственное, что нужно сейчас правильно сделать, это просто отойти. Отойти поглубже, возможно, даже пропустить, нельзя играть в меньшинстве и так на улице умирать. Просто вот на дальней позиции какой-то сидишь, стреляешь, играешь, но не попадаешь. Реле минус Йода, Савевер, тут еще реле даблкил, триплкил, бэплент открыл и половину, большую часть команды просто убивает. С Глока нормальная тема. Руна. Реле и его убирает. Да ладно. Но ван-тапчик от Савевера разбирается совсем буквально здесь. Бомбу поставят уже на А-планту. Смысл бежать на Б, верно? Ну и Савевер будет играть 1 в 3. Печально, конечно. Ну а что делать? Другого выбора нет. Так. Стратера, Савевер, окей, Кентулю забирает, но проблема в том, что сверху на лобби сидит Стратера, и он уже готовится убивать. Ой-ой-ой, минус 4, Савевер, 1 в 1 против оранжевого, против... О нет, да ладно, раздепал, серьезно? Ниндзя дефьюз, вот это да, вот это я понимаю, прошники не фейкуют, мужики. Прошники не фейкуют. Запомните это раз и навсегда. Прогеймеры не фейкуют. Вот и все. Простая истина абсолютно. Но это жестко. Это жестко прям было. Без шуток. Не, это было круто. Окей, едем дальше. Савевер накинул хаешку. Стратера тем временем и его команда ставят все под улицей. Тут единственный, кто может что-то сделать, это Савевер. Но у него нет хаешки, чтобы развеять смоук, кинул флешку, чтобы как-то замедлить игроков атаки. Ну, вот если... Ой-ой-ой-ой-ой, Савевер, Савевер, ай-яй-яй, какая грязь, какая грязь. Трипл килл на улице, просто не дает пройти команде атаки. Ну вот, команда КПБ, вот, Газпромбанк, наконец-то, начали играть, довольно неплохо. Это было очень красиво. Огонек, вот реально, огоньки спамим, друзья, в чате, это было невероятно. Спускается под Б, Кекис наказывает Стратеру, и последний остается игрок атаки, это Девикшен. Надо хотя бы с Галила что-нибудь выдать, вон там Йода сидит, плюс еще Кекис спрыгнул. Да нет, могет два девайса хотя бы выбить, это уже будет классно. Либо засейвить, но 40 секунд сидеть в аквариуме, это такая себе идея. Девикшен. 30 секунд. Надо что-то делать. Однозначно. Ну вот, накрывается Уэвера. Дальше Кекис. Хорошо выходит первый. А Кекис вряд ли пикнет. Вряд ли. Он еще и за трупиком прячется. Смотри, что делает. Берет М-ку. 19 патронов. Да ладно тебе. Ну я не верю, что такое можно взять 1 в 5. 5 секунд, пачки нет, но хотя бы девайсы выбил. Очень много девайсов выбил. Экономику не то что подпортил, он ее убил по факту. По факту просто убил. Девикшена, кстати, убили после таймера. $950 у него осталось. Но это того стоило. По сути, это реально того стоило... Очень много денег потратил КТшников. Заслужил поэтому. Такое вот наказание небольшое. Окейушки, ехала дальше 8-6. Пока что КПБ камбэчат. И честно скажу, я не ожидал такого поворота на первой половине. Да, вот когда парни летели 8-3, даже 8-2, что-то такое подобное было. Честно не думал, что будет именно
камбэк от команды ГПБ. Думал, это будет быстрая карта. Но разгром, руна здесь стреляется, даблкил. Дальше подходит уже его команда, Кентуля. Игры с Хайпер даже не дает поставить пачку команде за атаки. 8-7, один раунд в отрыве. Нужно всего лишь чуть-чуть сделать, чтобы победить. Ну, три подряд они взяли. Стратера 7-11, 19 на 8 девикшн. Что-то перестал он играть в моменте. Пу-пу-пу. Гроссхайпер. Опа, здорово. Первый минус по стратере есть. Далее чекает еще крышу. Не получилось Кентулю перестрелять. Гроссхайпер падает. Но здесь запутался в кнопках Кентуля. И 4 в 3 большинство за командой. Опять же защиты. Девикшн. Яндекс, как-то расслабились, не знаю, вообще что-то ничего не получается, все печально. Что же делать? Что же делать? Хаешка какая идеальная, ай-яй-яй. Но позиция не та вообще, позиция абсолютно не та, как нужно сейчас, да, правильно, убегать в плент и занимать какой-то оффэнгл более-менее для себя удачный. Но вот этот оффэнгл, да это даже не оффэнгл, это просто ты сел в позицию аквариум и просто ждешь, когда на прицел выйдут. Ну, вот, все. 3 в 3. Нужно было сесть где-то, знаешь, даже вот тут вот можно было присесть вот так и стоять просто ждать. Либо вот тут вот так вот. И ты стоишь, ждешь. Можешь вот так сесть и лево еще чекать. То есть это разные вариации. Воу, как раскрутился тут Савевер. Не получилось немного. 2 в 1 остается Йода. И он будет пикаться, конечно. Тут выбора особо небольшой, немного. Но и даже здесь его ловят на ошибке. 9-7. В пользу все еще Яндекс.Вин. И парни не уступают ни раунда. В итоге... такая вот ситуация интересная. Так их, так их. Ну вот, вот так их, так их. Ехала. А это уже будет фаст раунд какой-то от команды защиты. Да, то есть они запушат какой-то лобби условно все вместе. Но Девикшн перестреливает. Полетел Кекис. Тут тоже с 5-7 прилетает тычка от... всех его тиммейтов. Короче говоря, это 10-7. Фастовый раунд такой от команды защиты. Они не стали ничего придумывать. Не сидеть в сайту. В сайту, да, там полгода. Ждать, когда на них выйдут. Они сами, как мужики, выбежали. Бам-бам-бам. Пострелялись, пару девайсов выбили и хватит. Ну и вот теперь счет 10-7. Как будто бы сейчас Яндексы могут спокойно закончить эту карту, если выиграют данный раунд. Ну, возможно, даже не закончить, а именно просто выйти на маппоинт. Ну, тут же Савевер перестреливает Кентулю, ответка от Стратеры, Молик полетел на девятку, и плент уже выбили. Очень быстрый раунд, через смоки простреливают, еще и хаешку накинули. Бум! Не взорвался, кстати, Йода, но прострелили его в голову через смок. 4-3 в 1 даже остается последний Гроссхайпер. Он буквально один с эмочкой и хаешкой. Есть у него диффуза и шансы на победу в этом раунде. Но, опять же, это будет крайне-крайне тяжело. Времени все меньше. Тиммейтов все меньше. Ну и желание все меньше, конечно, идти туда. На этот плент реле уже контролит его. Ну как, условно контролит. На прочек играет, но вот Гроссхайпер не видит, кстати, этого игрока. Тяжелая игра. Опа, в голову стреляет, калашников подбирает. И на развороте еще одного пытается найти, но он умер от взрыва пачки. Такие вот моменты. 11-7. Уф. Жестко, жестко. Я бы даже сказал... очень жестко. Ехала дальше. Опять вот, опять же, пистолет от команды защиты. Калашников есть засейвленный от Гроссхайпера. Руна. На лобби стоит. Хаешкой взорвали дверь, Стратера попробует пикнуть. Но это плохая идея, смок прилетел. А, это флешка даже была. Гроссхайпер. Руна пикает. Ой, как неприятно, что делает Кентуля, а?
Кентулят, а обходит со спины, у них радио полностью пустое, они стакнули апленд. И вот сейчас Кентуля просто зайдет. Или не зайдет, серьезно, он не будет подниматься, да ладно. Да ладно тебе, он пойдет через желтые вот эти вот бочки. Не по лестнице, я понял. Ай-яй-яй, он топнул вроде бы. Вот не знаю, слышно было или нет. Но здесь первая голова есть. Ну и это выход на Б-плент от команды атаки. Савевер. Ну, анлак небольшой случился. Грэсхайпер. Второго не сумел. Девикшн его перестреливает. И в итоге 4-2 большинство за команды атаки. Соответственно, ну это логично. Короче говоря, как-то так. ГПБ тащите все в ваших силах, это правда. Но, может быть, если даже на первой карте не получится, я надеюсь, что на второй они себя реализуют и все будет в порядке. Мы увидим какую-то красивую карту, вот, именно на карте. Какая там у нас будет следующая мапа? Дай-ка я гляну. Анубис. Вот на Анубисе, конечно, на пике противников, на пике команды Яндекс.Вин, но, тем не менее, камон. Анубис, я думаю, все уже умеют играть. За столько лет уже научились. Сколько этой карте лет? Год? Два? Вроде как два уже почти. Ну, плюс-минус. Честно, я не помню, когда вышла карта Анубис. А ну-ка, давай загуглим. Когда вышла карта Анубис? Впервые Анубис была добавлена в игру 1 апреля 2020 года вместе с завершением операции «Расколотая сеть». Карта несколько раз обновлялась для исправления ошибок. Уже тогда в сообществе начали ходить слухи о том, что карта может попасть в соревновательный пул. А когда вышла карта Анубис в соревновательном режиме? 9 апреля 2020 года. Этой карте 4 года уже, мужики. Вы прикиньте? Честно, я клянусь, я думал, что этой карте максимум года 2. Она реально была добавлена в 2020 году? Грэсхайпер ни одной гранаты на Анубисе не знает за эти 4 года, что она в мапуле. А зачем? Если ты бегаешь и с первой в голову попадаешь и всегда перестреливаешь противника в любых ситуациях, тебе никакие гранаты не нужны. Вот, но вообще, кстати, я реально думал, что сейчас этой карте года 2. Почему ей 4 года? А, ну да, потому что уже полгода 2024 года прошло. Половина 2024 прошло, понимаете? Скоро 2025 год уже будет. Это как будто, знаешь, какой-то старый фильм смотрю, где написано «В недалеком будущем 2025 года там машины летают, какие-то роботы разговаривают и так далее». Хотя у нас уже нейросети работают. А тут вот нейросеть Кекис, кстати, но немножко дал сбой. В программе Кекис немножко умер, прыгнул зачем-то. Ну, бывает. Бывает и такое. Бэплен пытается вскрыть, здесь же с помощью-то вышел. Размен от девикшена, даблкил от команды атаки. Ну и в итоге план будет ставиться именно на этой точке. Невозможно, это будет уже заключительный раунд. Но надеюсь, что нет, и парни еще поборются. Руна открывается. Интересный будет пик. Опа. Забрал одного. Выход на девикшена, наверное. Maybe. Но нужно ждать тиммейтов, конечно, с Уэвером как-то играть. Анлак случился. А справа прочекать, мужик. Ай-яй-яй-яй-яй. 12-8, окей. Взяли все-таки раунд. Большие умнички. Красота, красота. Вот как-то так. Сыграли очень красиво. Хороший раунд отыграли. И вот теперь вновь закупаются. 3 калаша, 4, 5 калашей. Ага, все стабильно, все нормально. Кстати, ни разу не видел Авик, вроде как я. Ну вот сейчас, наконец, Кекис с Авиком играет. А, нет, ну до этого в атаке играли точно с Авиком. Вот Кекис играл с Авиком как раз, точно. Подзабыл я это. Тыньк-тыньк, забрался, встал, все стоит, ждет. С Авиком попробуют отыграть. Вновь идут рампу, кстати, вот это уже интересно. Сможет ли Кекис как-то перестрелять игроков атаки? Но они почему-то развернулись. Девикшн сказал, наверное, да, не надо, мужики, вам оно не нужно. Давайте развернемся, уйдем.
Молик Астротеры прилетел, хаешка тоже заброшена, но Гроссхайпер стоит на своем и будет буквально просто ждать игрока атаки. Это интересно. Они оба под смоком стоят. А в это время игроки атаки просто играют где-то в лобби. Контроли отстоят, ждут, когда смоки пройдут. Готовятся, скорее всего, к выходу именно на апленд, а вот Б это чисто такой был байт, кайт и так далее. Или на Б все-таки уйдут. Ну, хаешка, я так понимаю, куда-то под разбитие двери будет лететь. Пока не ясно. Руна. Готовится к приемочке, а тут Савевер уже наказывает первого, дальше выход на второго. Гроссхайпер, есть еще один минус. По стратерии Орле, ответка по Савеверу. Ну и выход на апленд. Полностью пустой, 3 в 4. Большинство за командой защиты. Прямо сейчас они в преимуществе. Еще и здесь не получилось, руна! Да ладно, он такой в такой позиции стоял шедевральный. Ну боже мой. Ого, Кекес! Кекес! Это что было? Ну, анлаг здесь произошел тоже. 2 в 1 остается последний Йода. Двое лухпшных, но тем не менее не получается. Его перестрелять с Глока убивает последнего Орле. 13-8 ГГВП на первой карте. И мы уходим на небольшую паузу, после которой продолжим уже на второй карте. Друзья, не расстраиваемся. Скоро вернемся. Ну и продолжим, конечно.
Ну что ж, друзья, еще раз всем приветики. Полетели! Скоро будет уже вторая карта, там уже играются ножи. И поглядим, на что способны все-таки наши любимые игроки из команды Газпромбанк. Надеюсь, что все-таки будет 1-1, и мы увидим третью карту. Яндекс очень сильные противники, это бесспорно, они красавцы, они большие умнички, что играют настолько круто и действительно огромный опыт имеют. Но я хочу честно три карты, вот просто хочу три карты и все. Полетели! И наш генеральный партнер группы IT-компании «Ланит» представляют самый массовый корпоративный чемпионат по киберспорту. Лига чемпионов бизнеса. Сезона весна 2024. 7 дисциплин. Counter-Strike 2. Dota 2. Лига легенд. Мир танков. PUBG. Apex Legends. И Hearthstone Battlegrounds. Именно тут компании со всей России выявляют сильнейших в корпоративном киберспорте. Присоединяйся к нам и играй с лучшими. Так, ну что ж, парни, дорогие друзья, леди и джентльмены, третья карта будет, наверное, не знаю, но вот вторая уже на экранах, и полетели сразу в Девикшн. Первый минус, второй Астратера и выход на оплент от команды атаки. Яндекс за атаку, ребята из ГПБ за защиту, и посмотрим, на что вообще, что будет у нас на этой карте. Первый раунд пока что как будто бы команде атаки уже достался, но не спешим с событиями. Грасхайпер. Играет с беретами, Молик сразу в кон, ну и можно тут Стратеру как-то выбить, но не получается это сделать у Кекиза, зато получилось у Грасхайпера. А тут же еще и на глухом таком, на 90 Орле стоит, даблкилл и первый раунд для Яндекс. Быстренько. Получилось как-то уверенно. Но 1-0 сделали, теперь будет скорее всего 2-0, это 5 маг-десятых и выход скорее всего на воду там, либо на апленд через воду. Мэйби на воду прыгнут и пойдут через кон на бэпленд. Может быть и такая тактика. Но скорее всего это просто сплит апленда через ту же самую воду, да. То есть вот так вот зайти, через амейн выйти. Мэйби поконтролят, постоят пока что. Но там Стратера уже руна убивает. И как будто бы стоит перетягиваться на Б, потому что там двух опорников нет. Стратера еще одного Сауэвера наказывает. Все, спом пытался выйти, но у хпшного, кстати... Оставил зеленого игрока. Стратера находит Йоду. Ну и последний игрок атаки. Защиты, точнее, остается. Это Кекис. У него, кстати, на аватарке девушка из Наруто, которая управляет бумагой. Я не помню, как ее зовут. Пишите в чате, кто шарит. Вот она бумажками там управляет. Вот видите, вот это, вот тут вот. У зеленого. У Кекиза. Как ее звали? Девушка, которая управляет бумагой. Вот не помню. Конан, точно, это Конан. Вот так ее зовут, точняк. Конан. Вот, видите, Наруто. Шарим. Кекис будет пересматривать, думать, господи, какой кринж. Ну а чё нет. Ладно, Йода. С МПшечкой у КТшников появились более-менее девайсы. Две МКи, один ФАМАС, два МП-9. Выход от Дефикшена, уже Кекиса забрали. МП-9 отобрали. Стратера идет дальше, есть минусы. Господи, как же они выносят. Яндекса, ну хотя бы чуть-чуть пощадили. И здесь аналог, в итоге 3-0 в пользу команды атаки. Смог продлили, флешка прилетела. Такая, знаешь, фишечная. Бум, хаешка, еще хаешка. И один идет как раз с меда. И вот с меда его здесь и закроют. В прыжке, ого. Нормальная тема. У Киндурли 3-0 счет. 0 смертей. 6-1 у Стратеры, 6 фрагов за 3 раунда, то есть по 2 килла делает в раунде постоянно. Это здорово. Но когда будут играть уже команда Газпром? ГПБ. На месте они сегодня или нет? А то что-то как-то прям вообще плохо все. Ну и ехала, минута 30, Сауэвер, выход с диглом, бум, Кентуля его уже здесь ждет, и 4-1, опять же Кекис остается ластовый, а Плент вообще они не обузят, они просто постоянно, ну в основном постоянно ходят на Б из этих 4 раундов,
Только один раз сходили на Кекис. Перестреливает одного. Выход потом дальше на мидл. Мидл будет чекать. Проверять вообще на позицию. Мало ли там какой-нибудь РЛ зачесался. Он калашника выкинул. Кстати, это здорово. Это молодец, что он так придумал. Понимает, что он не выживет. Хотя мог бы себя оставить. Сейчас бы стратера убил. МБ. Как-нибудь. Но там спина уже. Ай-яй-яй-яй-яй. Не смотрит спину. Да, 4-0. Довольно простые пока что раунды идут у командной атаки. Ну, Яндекс играют свою карту. Они играют на своей мапе. Им максимально комфортно, максимально удобно здесь играть. Понимают, что делать. Понимают, как это делать. И это действительно получается. Стратера 9-1, 4-2 Эвикшн. Кентуля 4-0, 2-1 Реле. И 1-2 Scratch myself. Of myself. Вроде как правильно прочитал. Search. А, это search. Search myself. Точно. Как-то так. Как-то так. У нас, кстати, матч приостановлен. Какая-то проблема возникла. Я думаю, прямо сейчас можно уйти на музыкальную паузу и вернусь сразу же, как только матч появится в актуальных, как говорится. Так, друзья, продолжаем. Яндекс против ГПБ и пятый раунд на экранах. Что-то как-то прям очень плохо идет у команды Газпром. Банк, руна, прострел смока. Так, что тут? Как первую сыграли? Первую сыграли не очень хорошо. 13-7 вроде как. Нет, 13-8 даже. На первой карте был счет. Не очень хороший, конечно, для ГПБ, но на второй карте... Я надеюсь, они себя реализуют. При этом они играют за слабую сейчас сторону. На карте Анубис слабая сторона — это КТ. Защита здесь не очень. А вот атака довольно сильная. То есть ты вылетаешь, бегаешь, прыгаешь, убиваешь. Довольно просто это все получается делать. РЛЕ, кстати, перетяжка на аплэнд. Ну что, он пустой полностью. Кентуля потерял девайс и потерял свою жизнь. Это вроде как его первая смерть. Да, 5-1 у него счет. Стратера вообще 11-1, вон он бегает, 2 килла есть уже в раунде, он постоянно по КД действительно дает по 2 минуса. Так что тут он жестко играет. А вот КТшники пошли сейвить. Верное решение, $750 на двоих, МК, АВП есть, какие-то гранаты и броня, конечно. Тут нужно прям подсейвить. Грэс Хайпер. Так, потихоньку чекает, но их хантить и не пойдут на самом деле. Там у игроков атаки денег не так много, чтобы ходить постоянно отдавать девайсы. Да, там есть три игрока, которые богатые, по 13, по 10 тысяч, у одного 7, ну уже 10. Но остальные двое там 5800, 5500. Конечно, есть еще желтый, да, это у нас кто получается, Стратера. 16 тысяч было долларов на экране у него, да, пойдет нормально такое количество денег. Но все-таки... Терять девайсы просто так не хочется. Но это уже 5-0. Опять же. МП9, ФАМАС, 2 МК и АВП. Тут как будто бы и даже 6-0 может быть спокойно. Да и кто тебя поймет, да, вообще, будет ли 6-0. Не, может быть сейчас Стратера, конечно, нафидит. Он очень далеко зашел. Молик ему отбросили. И Кекис идет по его душу. Но проблема в том, что здесь не прочекали Стратера. Стратера еще одного накрывает. Даблкил и выходит на аплэнд. Я думаю, на спокойничах. Но проблема в том, что здесь Грэсхайпер чекает. А он не дочекал. Ну как не попал? Ну что это такое? 12 хп. В него Стратера там настрелял так хорошенько. Стратера реально дает по 2, по 3 фрага в раунде. Каждый раунд. У него счет 13-1. Это, если что, вот прошло 6 раундов всего лишь. 6 раундов, 13 киллов.
Это слишком жестко как-то, нет? Не замечаете такого момента? Как там дела у Гроссхайпера? Авик есть. 12 хп. Увидел голову, но попасть в стратеру очень тяжело. Трипл килл в его исполнении. Авик, он валяется, сейвить его смысла нет. Лучше с эмочкой побегать. Очень жестко играет. Действительно очень жестко, но вот сейчас, возможно, и на фиде, да. Савевера здесь не ожидал увидеть. Еще один хедшотик от Савевера. Неплохо, но вот Search My Life не увидел. 6-0. И вот тут уже команду ГПБ не узнать. Нужна поддержка в чатике прямо сейчас. Прям поддержать конкретно нужно. Иначе это тильт. Но это будет легчайший какие-то 13-0, а я не хочу так. Мужики, я хочу на третью карту еще. Пожалуйста. Я разве много прошу? Вроде немного. Гроссхайпер, вот, вот, энтри есть по Search My Life'у. Хорошо, стратера, правда, опять же занимается теми же делами, чем и занимался до этого. Опять выдает фраги, еще один хедшотик. Ну как он это делает? Я не понимаю этого. Он просто бежит, он просто стреляет и он просто убивает. Молик откинул на камеру, камеру не попал, но здесь зато убивает еще и Савевера. Трипл килл, да отправьте его соло играть, он сможет перестрелять всю команду один. В одиночку играет, просто идет и убивает каждого, кого видит. Абузит, абузит апленд. Вот о чем я говорил, что они не абузят апленд, вот теперь начали абузить. Why not? У стратеры одна тактика. Бежать вот по одной позиции, даже покажу. Он бежит вот так, вот так, вот так, вот так. Вот сюда, вот сюда, вот сюда, вот так, вот так, вот так. И обходит полностью всю карту. У него какая-то своя тактика. То есть это, я даже не знаю, марафон, если так можно выразиться. Должен оббежать всю карту и убить всех. По одному пути. Вот так вот. Такое бывает, это нормально. Придумал, конечно, прикольно. Дизморали отставить, вы лучшие. Это верно. Мужики, друзья, девушки, леди и джентльмены, дамы и господа, пожалуйста, напишите в чате слова поддержки в пользу команды ГПБ. Они очень сильно пытаются выиграть эту карту. Они стараются по полной, максимально. Но у них не получается сейчас. Им нужна просто хелпа, знаете. Не в том плане, что в самой игре хелпа, а именно жизненная какая-то мотивация. В том плане, что их нужно поддержать как-то, сказать слова поддержки и то, чего они хотят действительно услышать. То есть там, вы лучшие, вы красавчики, не смотрите вообще, несмотря ни на что, там, играйте, просто играйте в свою игру. Попробуйте хотя бы пару раундов забрать и выйдете на третью карту, если получится. Если не получится, в следующем там, в следующий раз выйдете, все нормально. Еще отыграетесь. Ну вот, Викшена убили. И что-то как-то, кстати, не пошел стратера по своей тактике. Вышел куда-то на другую позицию. Ну, пока что, видишь, хоть и в большинстве игроки атаки, но они потеряли одного игрока. Стратера без единого фрага пока что. Он будет играть, скорее всего, первым игроком. У него пачка на руках, так что, в принципе, более чем. Выход. Есть хедшотик стратера, а вот Кентули убивает Эрле. Зачем? Ставится плент. Окейушки. Ой, 18 на 2 стратера. Ужас. Человек 9 кд. Бам. Стратера убили. Вау. 9 кд резко изменилось. Так. Search My Life. Да даже не так. Кентуля тут соло. Снайперов перестреливает. Ну, это 8-0 за атаку. Что-то в защите вообще у ГПБ ничего не клеится абсолютно. Такие дела, такие дела. Так, двое что-то АФК стоят, Савевер уснул. Ну нет, он, наверное, выбирал себе девайс, что купить.
Но из-за этого потеряли очень много времени и потеряли все тайминги. Кстати, Стратера убили, это очень важный минус на самом деле. Кентуля, ответка по Аруна. 4 в 4, вот было вроде как большинство, но Кентуля решил просто смог прострелить. Это нормально. Еще одна хаешка под развеянную, кстати. Чего? Заметили? Кентуля бросил хаешку в смоук, она просто не взорвалась, то ли не развеяла смоук. Нормально вообще? Ребят, подождите, я что-то не понял. Ну это тильт, это тильт какой-то, а что, как это произошло? Как это получилось, я не понял, честно. Хаешка прилетела в конный, смотри как давят, вот, вот, а что ж так раньше-то не играли? Ну я не понял, а почему хаешка не развеяла смоук? Чего просто? Или это была не хаешка? Ну это была хаешка. Ну я же не слепой. Ну я же реально же не слепой, нет? Я не слепой. Наверное. Вроде как. Нет, а правда, а что это было вообще? Окей. Окей. Просто забудем про это. Камбэкач пошел. Все, 8-1. Первый раунд для команды защиты. Савевер чекает. Здесь кон, но проблема в том, что... А, нет проблем. Ну, теперь проблемы есть. Девикшн разменял. На первой карте 13-8. Да, 13-8 был на первой карте. Счет. Вторая карта пока что в пользу Яндекса. 8-1. Руна. Search myself, есть первый минус, ответка еще по второму от Руна, но неудача. Йода неплохо разменял, но Девикшн тот же размен получил. Печалька, печалька. Ставится плен 2 в 1, Кекес. Подходит все ближе и ближе к сайту, спрыгнул аккуратно, без звука вроде как. Идет далее. Пачка-то стоит. Search myself, Савиком смотрит, ну и да, девятый раунд забирает для своей команды. 9-1 в пользу коллектива Яндекс.Вин и компания Яндекс пока что доминирует по всем фронтам на карте Анубис. Конечно, печально, конечно, грустно для команды ГПБ, но не стоит отчаиваться. Все еще шансы есть на камбэк, мы не такое видели. Оп, хаешка, кекес, наказывает реле, ответка Стратеры. И вот опять тактика Стратера. Просто идешь на аплен, бежишь и убиваешь, но Йода справляется со Стратерой. Большой молодец. Ну и минута 20, а уже 3 в 4 большинство за командой защиты. Молик в Йоду. Ой-ой-ой-ой-ой. Неудачный тайминг. И Search Myself тоже наказывает Руна. Молик на камеру будет кидать или нет? Девикшн. Подожди, а... Секундочку. Кентуля. Кентулю-то не чекают? Да ладно. Кентуля пофоткал. Просто пофоткал, отдал фраги Девикшну. Молодец. 10-1. Последний раунд первой половины. Ну хотя бы 10-2 сделать. Ну хотя бы. Хотя бы уже как-то так. Кентуля. Выход под Б. Кони, попытка перестрелять как-то КТшника. Удается это сделать Стратере. Там еще один был, конечно, лох ЭПшный. А там Кентуля выходит. Даблкил. 2 в 5. И ситуация, ну, наверное, ГГ. Well played. Верно. Стратер наказывает Йоду. Падает к тому же Гроссхайпер. Это был последний игрок стороны защиты. Ну и счет 11-1 в пользу команды Яндекс.Тим. Яндекс.Вин, точнее. Так, ну и смена сторон. Быстренько сейчас худик я поменяю. Дайте мне секунду. Бум-бум-бум. Тыдыщ. Все.
Все сделали красиво. Яндекс Вин. ГПБ. 11.1. Вот чего-чего, а этого я, честно, не ожидал вообще. Йо, да? Опа. КТшники пушат, пушат воду. Но есть первый хедшотик. Search My Life минус Йода, ответка от Савойвера. И 3 в 4 большинство за командой атаки. Возможно, это будет, знаешь, ответная прям реакция такая, буквально зеркальная. Игра на второй половине в пользу команды ГПБ. То есть они точно так же, как и защитники до этого, заберут просто 11 раунд в ряд. Ну, maybe. И будет у нас счет в итоге 12-12. Допчики, что-то типа того. Попытка перестрелять Девикшена. Получилось это сделать Савейверу. Ставят плент и 2 в 3 ситуация. Один идет через кон, кстати. Заметил ногу, да. Ну, вот как тут убить? Кекис, кекис, кекис. У тебя ж нога торчала, ну... Ай-яй-яй, ай-яй-яй. Видно было. Савейвер. Надо пикаться вместе со своим тиммейтом, естественно. Один стоит на 90, другой стоит... А, уже нигде и не стоит. Search My Life выходит, бам. Myself, точнее. 12-1 мап и матчпоинт для команды Яндекс.Вин на карте Анубис. Чё-то как-то коллектив Team ГПБ мы не увидели на карте Анубис вообще. Как-то грустно. Вообще не заметили этих ребят. Еще вот на карте Денюк там была какая-то борьба. То есть счет был 8-7, да? Что-то подобное было. 9-7 там. Но сейчас, конечно, тильт. Search myself. Что-то делает, что-то прыгает. Пытаются как-то сыграть максимально медленно ребята из команды атаки. Доиграть уже хотя бы красиво, но... Мне кажется, на этом уже все. Савейвер, кстати, нет, Кентули накрывает. Рядом с Винса, хорошо. Рле. 10 секунд. Опа, руна. Выпрыгивает через камеру, а нужна какая-то хилпа. Где вообще команда? Что-то я не понимаю. Савейвер. Ехала Девикшен. Не удалось... Убить хотя бы двоих. Савейвер вообще ультимативные бросает здесь. Нормально, ультанул, так сказать. Ну и как будто бы камбэк, верно? 12-2. Смотри, сейчас денег особо немного у КТшников. Это 12-3. Не, ну тут Савейверу сказать спасибо нужно. Минус 4 в этом раунде. Это жестко. Че, камбэк реально? Все, не заканчиваем, камбэчим. 11 раундов в ряд. Ехало. Ехало-поехало. Конечно, тут жестко, парни, жестко играют. Бум, Савейвера минус Кентуля. Сразу нашли для себя минус. Ну, а в это время давить будут уже, скорее всего, Йоду. Флешка прилетела. Бум, сам себя зафлешил. Если бы не зафлешил, убил бы, наверное, двоих точно. Флешка была хорошая. Но даже здесь так, убивает одного. Ответка от Стратеры. Взял себе эмочку, чтобы запрыгнуть, конечно, вовремя. И с такими девайсами можно хотя бы пойти попробовать кого-то убить, кого-то разбить, да, денег. А, так они форсанули, ёшкин кот. Они форс сделали. Ай-яй-яй. Так, Рле. Гроссхайпер. Бам в голову. Красавчик. Берет галилочек себе, засейвил девайс. Тут еще одного заметил. 3 в 2, так погоди-ка. Ну, времени нет. Это жаль, это печаль. По крайней мере, девайс теперь есть. Если что, могут закончить вовремя. Такие дела, такие пироги, руна. Эмочка в руках, все нормально. Ну и счет 12-3. Есть девайс у коллектива защиты. Тут либо ты берешь, либо ГГВП.
Нельзя ошибаться. Нет права на ошибку вообще у команды атаки. ГПБ команде нужно брать абсолютно все. Просто абсолютно все. Выходить на допы и идти на третью карту. Я не знаю, правда, что нужно сделать для этого. И насколько хорошо нужно играть. Но это крайне тяжело. Грейсхайпер, размен Кентули, который убил двух его тиммейтов. Искона уже выходит, но здесь очень тяжело перестрелять Рле. Первого, второго и третьего наказывает. Воу! Хайлайтик на конец раунда этого матча. Что ж, вот такая вот была интересная игра, друзья. Уходим на небольшую паузу, после которой продолжим брать интервью у одного из игроков команды Яндекс.Вин. Никуда не переключайтесь, скоро вернусь. Ну а после этого в 15.00 я вас жду на следующем Best of 3. Пока что команды неизвестны, но ближе к тому времени мы уже точно узнаем, кто будет играть. Полетели на паузу. Ну что ж, друзья, как и обещал, интервьюшка. Дима, Search Myself. Привет, Дима, как у тебя дела, как настроение и как отыграли эти две карты? Привет. Да, дела хорошо, отыграли тоже нормально. Были некоторые там трудности с нюком, потому что это все-таки карта такая не очень, так скажем. На Анубисе показали свою игру стандартную. Вот, игрой доволен, но почти в двух картах там... Я так просто бегал, парни делали всю работу и убивали всех, поэтому особо пока не прочувствовали. Ну да, на первой карте было немножко, были видны какие-то затруднения против команды ГПБ, но более-менее на второй карте, конечно, собрались, там 11 ряд забрали. Большие молодцы. Я еще, знаешь, подметить хотел Стратеру, который бегал буквально по одной тактике. Через воду пройти на А-мейн, пройти там 2-3 убить, побежать на КТ, обижать полностью всю карту и устраивать для себя какой-то марафон на протяжении 5-6 раундов подряд. Молодцы. Ну, он сказал, что ему приснился сон, что он 30-3 закончил, поэтому он хотел осуществить эту статистику, но чуть-чуть не хватило. Чуть-чуть. Ну, хотя бы 4 или сколько, 6 у него КД было нормально. Угу. Ну да, день рождения, отпраздновал. О, день рождения сегодня? Нет, это шутка такая. Про КД. Все, понял. Вот такие дела. Ну, как тебе вообще эти две карты? Отыграли именно прям хорошо чувствуешь? Или все-таки для себя это плохо? Ну, для меня нюк не очень был, для ребят не знаю. Но в целом нормально все отыграли вообще обе карты. Вот, по Анубису, особо ничего такого парни против не показывали, поэтому довольно было легко. Знаешь, тем более, что мы начали за атаку и это навязывали правда свою игру. Я еще смотрю, у вас по фейсу тупоэлло 2800, 2500, у каждого даже вот у тебя 2923, ну, то есть примерно 3000 элла. Слушай, а вы не играете где-то вот на более именно высоком, прям высоком киберспортивном уровне? То есть в каких-то командах? Мы играли, да, вот этой же командой мы играли там какие-нибудь опен-квалы, например, там на мажоры. Ну, то есть просто для тренировки больше, но понятное дело, что там тоже команды сильные. Но да, играли такие примерно вот квалы на мажор, потом хотели Исею поиграть, но пока не дошло. Вот, но в целом, да, мы очень много вместе играем, и просто фейсит, и премиум. Но каких-то прям крупных соревнований пока не играли. Прошлый сезон ЛЧБ играли тоже.
Вот, третье место мы заняли и планируем в этом сезоне занять первое. О, это Поэтому... хорошо, это здорово. Ну Да. вот, на самом деле, с таким опытом и с таким количеством даже Элла, все-таки Элла вроде как показательный или нет, не знаю. Но я думаю, стоит, наверное, этой командой вам куда-нибудь податься, что ли, поиграть Да, где-нибудь на более это я прям думаю, да. высоком-высоком уровне, и обязательно получится. Окей. Окей, попробуем обязательно. Ну, слушай, Дим, Вот. перед тем, как с тобой попрощаемся, может быть, ты кому-то хочешь приветик передать, что-то рассказать, там, поблагодарить кого-то. Ну, хочу сказать, что мы ждем игру с Ланитом очень сильно. Это для нас важная игра. Привет хочу передать своей девушке Диане, родителям, маме, папе и Вовану, моему любимому капитану Стратере. В общем-то, все. Чтобы такие сны почаще снились, получается. Да, конечно. Ну что, спасибо тебе за большое за Вот. интервью, Да, за спасибо. прекрасные две Конечно. карты. Надеюсь, в дальнейшем у Спасибо. вас тоже точно так же все будет получаться и желаю удачи. Спасибо. Пока-пока. Пока-пока. Ну что ж, друзья, будем потихонечку прощаться. 1,5 часа до следующей карты, до следующего матча и скоро увидимся. По-прежнему с вами был Даня Донби и будет с вами Даня Донби. Так что еще увидимся. Чаечек, кофеечек. Отдохните пока что, погуляйте на улице. Непрекрасная погода, у меня там дождь идет, но неважно. Короче говоря, скоро увидимся. В 15:00 я вас ожидаю на этом же канале, на этой же трансляции. До скорых встреч.